Добрый день, меня зовут Лысенок Евгений, я директор сети Viking Touristic. Сейчас мы находимся с вами в Турции, в регионе Бодрум. Отель у нас, который мы будем сейчас инспектировать, Green Beach. Вот так мы подъезжаем к отелю Green Beach. Очень крутой спуск. Мы крадемся просто к нему. Если вы любите экстремальные виды подъезда, то отель вас порадует. Welcome drink, коктейли на входе. Отель находится на возвышенности, много каскадов здесь, спусков, подъемов, поэтому для активных людей у них есть лифт, который на пляж. Мозаика на ресепшене. Ресепшн из нескольких уровней. Это минус первый уровень. Снизу еще минус, еще один уровень, минус второй. Вот такой интересный у них есть спуск. Не знаю для чего. На роликах, наверное, можно съехать. Стандартные номера в главном корпусе, то есть здесь 7 этажей. Клубные номера – это мини-бунгало, то есть двух-трехэтажное здание. Это с правой и с левой стороны нашего отеля. Номер 15-18 стандарт. Ванная комната. Здесь ванна. Душ. Большое зеркало, фен стандартный. Здесь у нас две кровати, покрытие ламинат, плазменный телевизор. Давайте с этой стороны. Балкон большой. Ну, вот он, как вы видите, тут. Не убрал. На. О. Оля решила принять душ. Вид на территорию. А что это тут? Бассейн. Вот он бассейн. Там детский водный борт. И вот он лифт, который на пляж. Спускает вас. Территория каскадная. Вид открывается красивый. Мы спускаемся с вами вниз, уже 3 этажа, и еще ниже. Комната для отдыха, здесь же находится игровая комната, все, правда, закрыто. Тут бильярд, я вижу, стоит, аэрофутбол. Для детей анимация с 8 утра до 11 вечера. Аквапарк есть. Работать с 8 до 11 вечера. Дискотека с 10 до 4 утра. All inclusive у нас бар до 11 вечера. После 11 бар будет платный. Аквапарк есть полностью. Теннисный корт, фитнес-центр, баскетбольная площадка. Бесплатно полностью. Хамам полностью бесплатно, но массаж, спа-процедуры, они платные. Вот такой вид открывается с отеля, с номеров на море, на соседний полуостров. Прочувствовал я, что такое здесь жить. Сейчас мы спускаемся вниз. Еще комфортно, но вот подниматься вверх будет тяжело. Вот один бассейн. Здесь же находится настольный теннис. Театр. Амфитеатр у ребят очень крутой, так как он как в греческом мире или в древнем мире с видом на красивый вид. Они все сделали по канонам. Бар на пляже. Давай.
Вот он лифт. Вот мы с вами идем в этот лифт, который нас спустит. Давайте посмотрим пляж. Вот, смотрите. Сразу глубина. Детский бассейн. Номер 4 двойки. Клаб стандарт. Плитка, две кровати. Плазменный телевизор. Чисто, аккуратно. Балкон средних размеров с видом на море. Здесь же, вот видите, волейбольная площадка. И вот такой вид. Кондиционер центральный. Сплит. Ванная комната. Здесь ванна и душ. Пробираемся по джунглям. Дайте мачете. Здесь можно перекусить, гамбургеры. Вот тут. Картофель фри и зелень. Это главный ресторан. Все чисто, аккуратно. Здесь столы для раздачи еды. Можно кушать внутри здания, можно снаружи. Открытая терраса есть с видом на бухту. Все красиво. Друзья, если вам был полезен данный видеоматериал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. С вами был Лысенок Евгений. Обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что не понравилось, что вы хотите видеть в новых обзорах, какие страны вы хотите, чтобы мы посетили для вас. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.